Калининском районе под окнами многоэтажки на улице Набережной найдено тело. Девушка разбилась, выпав с 6-го этажа. Эти кадры сделали очевидцы сразу после трагедии. На месте реанимобиль, медики констатируют смерть. Девушка от полученных травм скончалась. Сейчас обстоятельства ее гибели выясняют следователи. Личность погибшей установили. Правоохранительные органы уже опросили соседей и очевидцев. Нормальная семья, вообще ничего не могу сказать. Приятная женщина, всегда интеллигентная, прожила 20 лет. Девочка выросла на наших глазах. То есть я просто просыпаюсь утром, смотрю, там стоят полицейские, люди какие-то, ну и покрывало. Ну я потом понял, что что-то случилось. Ну что нет, но мне потом родители позвонили, сказали, что вот человек упал. По предварительной информации, смерть не носит криминального характера.